Волгоградская областная клиническая больница номер 1. Двадцать специализированных стационарных отделений, поликлинический прием по 30 специальностям, высокотехнологичная медицинская помощь, более 30 тысяч пациентов ежегодно. Региональный нейрохирургический центр высоких технологий. Лечение сосудистых заболеваний головного мозга, болевого синдрома различного генеза. Эндоскопические органосохраняющие операции, реконструкция тазового дна. Видеоэндоскопические, микрохирургические слухоулучшающие операции, хирургическое лечение храпа. Школа по обучению больных с сахарным диабетом, подготовка к операциям на эндокринных органах. Эндопротезирование суставов, сухожильно-мышечная пластика, косметические операции на стопе. Эндоскопические операции при мочекаменной болезни, хирургическое лечение недержания мочи. Рентгеноэндоваскулярная хирургия, лазерные операции на венах. Все виды современной диагностики, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, собственная лаборатория.